Сегодня участники форума посетят китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Парламентариям покажут административные здания, логистические склады, выставочные павильоны, центр комплексного обслуживания инвесторов. В гости воочию увидят офисы компаний, которые уже стали резидентами парка. Их сегодня 45. Последние две присоединились к большому проекту на форуме в Пекине. Мы заинтересованы, конечно, в привлечении инвесторов и инвестиций. И более того, мы говорим не просто инвестиции, а нам нужны технологии высокие, инновационные проекты. Безусловно, такими проектами обладают многие наши партнеры. Крупные европейские партнеры, они сегодня присутствуют здесь, и Швейцария, и Франция, и Румыния, и Сербия. Великий камень – это не просто логистический хаб, он постепенно становится международным высокотехнологичным кластером. Резиденты стремятся выйти на уровень производственной кооперации.